Привет, ребят! Всем привет! С нами Дима, вы на канале Рыбакиты. Мы сегодня рисуем спудерменов гороскоп. Выбирайте себе супергероя. Спудерменов подобный. Разновидность спудермена. Разновидность в разных костюмах. И сегодня мы рисуем кого сегодня? Это Джокера. Джокера, давай. Это Джокер. Риби. Да, Риби. И, во-первых, выходит скоро новый фильм. Да, про Джокера. Отличный актер с ним снимается на нем. Я даже не знаю, кто. Это какой-то супер крутой, мне он очень нравится. Я видел пару его фильмов, и он мне очень понравился. И он такой немножко страшный. Ну, и сам Джокер страшный. И актер такой, я бы сказал, перекоси морду. Нет? Ты не видел его? Я видел. А фильмы видел? Он такой немножко какой-то не от мира сего, что ли. Мне кажется, хорошо опять Марвел же, не Марвел, а DC, постарался выбрать героя этого актера. Интересно, ему обидно, когда его считают за такого вот. Актеру? Да. Не думаю, наоборот, он это выделяется. Ты думаешь, я не со злости говорю, что он такой не это. Я не думаю, что ему обидно. Он это знает и использует. Многие актеры какие-то именно приходят в профессию актеров именно потому, что они какие-то страшные, необычные, их такие, о, да, тебе только в кино сниматься с таким шнобелем, например, и там берут тебя сразу в кино. Если это, ребят, у вас большой нос или там большие уши, то попробуйте посниматься где-нибудь. Джокер смешной. А в фильме он будет грустный. Ох, я сейчас сделаю. Ребят, я призываю вас рисовать с нами. Во! Такого Джокера. Мы стараемся фотографического качества. Приходят такие люди в кино, идут такое вылазит. Есть такие анимации, есть Бивис и Батхит и так далее, ребят, мне очень нравится, и они тоже такие же страшные. Что ты думаешь, каким цветом? Да, ну вроде белый. Не, ну вот можно вот таким покрасить, это будет нормально. Ну, волосы известные, зеленые. А, Джокер, он всегда всем нравится, в кино он всем не понравился, последний. Потрясен убийц? Да. Мы просто мало показали. И мало показали, и говорят, он какой-то придурок, нам нравится хороший Джокер, который... Еще больше придурок. Ну, он не придурок, он злой какой-то был. А этот Джокер какой-то будет еще. Мы будем ждать и верить, и надеяться. Вообще говорят, что типа там вау какой-то, все прям ждут, говорят, там будет Оскар должен быть. А мне кажется, над всеми фильмами это говорят, нет? Ну... Нет? Не, ну может и что-то и будет, но хотя навряд ли. Нельзя говорить, что фильм дадут Оскар. Особенно это фильм DC, который... Да, да, да. Это просто невероятно. Это невероятно. Только если Джокер будет, не знаю, свинья играть. Это хорошая идея. Что они еще могут придумать? Женщина там, президенты, да. Все американцы придумали. Ребят, мы сегодня гороскопы рисуем, и это вот рыбы. По поводу гороскопов мы выразили свое недовольство. Я не верю в гороскопы. Бунт. Призываю вас тоже не верить в гороскопы, смеять и высмеивать их. Потому что иногда говорят, что ты получишь зарплату, а тебе не дают. Можно сразу жаловаться. На составителей. На звезды? На звезды. Подать в суд на звезды. На составителей гороскопа, что-то ты неправильно сделал. Что тебе нужно? Еще цвет? Красный. Красный, да. Улыбочка его, знаменитая улыбочка. Нежные цветы. Нежные цветы. Помады. Взял. Обмазался. Риби. И я вас люблю. Мы не всегда, ребят, рисуем красивые, четкие рисунки. Иногда мы рисуем страшные рисунки, смешные, карикатурные. И спудермены одни из тех. Мы с Ваней рисовали часто таких. Ну, было такое дело. С Димой теперь рисуем. И нам это нравится. Приходите, рисуйте с нами. Всегда что-нибудь несуразное у вас получится. Риби, напиши Риби, и у нас будет сегодня законченный ролик. Прям отлично. Риби. И при этом мы делаем ошибки написания. Я боюсь, что многие родители напишут. Не ошибайтесь, потому что дети будут повторять. Простите меня, дети. Все, бан на канал прилетает. Да, сразу, да, ошибка в орфографии. Синий трансмит.
Да. Но приходите, будет еще несколько героев. В следующем мы нарисуем, например, Железного человека и другие. Водолей, Стрелец, кто там, Козерога. Ну, Козерога это я, наверное, буду. Все, пока.